Вагнера идут вперед, и сейчас я абсолютно точно могу заявлять о том, что более 75% города сейчас находится под контролем наших подразделений. Соответственно, мы могли сегодня оценить уже степень разрушения. Есть такой формальный признак, там, где флаг поднимается над администрацией. То есть это формально, я говорю, не фактически, но город уже переходит под контроль. Но чтобы полностью говорить о том, что город находится под нашим контролем, пока преждевременно, то есть еще идут ожесточенные бои в западной части. Своих бы могли поберечь. Мы заходим, они начинают наваливать и добивают до конца. Вот так вот начинается каждое утро. Целых зданий практически. Вообще нету, не практически, а 100% целых зданий. Целых зданий вообще нет. Город отстроим. Вагнера действительно показывают высокий результат. Никто в этом не имеет права сомневаться. Это легко видно на поле боя. Здания административные находятся уже под нами, под противника. Остались западные кварталы, там и, может быть, совсем немного до железной дороги. Очень большое количество мирных жителей приходится эвакуировать, прикрывая их собственными телами. Артемовск. Трудно узнаваем с последнего моего визита сюда, до того, как зашли хохлы сюда. Справимся. Есть желание, есть силы, есть дух, есть понимание, что город будет восстановлен, город будет обновлен.